Всем привет! Сегодня у нас история от подписчицы. Давайте приступим, зачитаю историю. Мне 22 года, я из России два раза приезжала в Турцию отдыхать и уже с первого дня поняла, что хочу здесь жить. Приезжала я оба раза в один и тот же маленький апарт-отель, потому что это удачно вписывалось в студенческий бюджет. В первый отпуск я познакомилась с рецепционистом, ему 30 лет, он был приветлив, знал английский, был атеистом для Турции, это мне показалось необычным, но я совсем не обратила на него внимания. Он узнал, что я хочу изучать турецкий язык, и когда уехала, иногда писал мне на турецком, немного помогала в изучении. Зимой я сказала, что мы с подружкой приедем еще раз, и весной уже начали общаться чаще. Он писал мне почти каждый день. Когда мы приехали, он забрал нас с подружкой из аэропорта, и когда дело дошло до оплаты отеля, он не взял деньги и сказал, что мы уже его друзья и должны жить бесплатно. К слову, он уже с рецепциониста повысился до управляющего. С первого же вечера мы начали встречаться, во второй день мы уже ехали знакомиться с его друзьями. Все хорошо, приняли меня и мою подружку. Когда мы ездили в торговый центр, он часто давал мне свою карту, говорил, чтобы я покупала все, что хочу, возил нас везде, кормил. Каждый день мы вместе с ним и друзьями гуляли где-то по Анталии. Так прошло 3 недели. Кстати, хочу сказать, что это нормальная ситуация. Там, если кто-то будет писать, что меркантильт или появилась еще что-то такое, такое ухаживание за девушкой вот, в турецких реалиях, это абсолютно, кстати, нормально. Это ну, как бы и должно быть так. Так прошло 3 недели. Я влюбилась, конечно же, очень сильно. В октябре у меня был плановый отпуск, и я, не раздумывая, купила билеты опять в Турцию. Кстати, это было в августе. Он обещал приехать в Россию ко мне зимой. В Россию я вернулась в сентябре, сходила в университет, на работу, счастливая, рассказывала всем, какой у меня прекрасный молодой человек в Турции. В октябре снова приехала к нему, и мы снова провели 2 недели вместе. Он познакомил меня со своей закрытой сестрой. Я уехала, прошел октябрь. Я начала спрашивать, когда он планирует делать визу, покупать билеты, когда приедет, на что он говорит, что много работы, все потом-потом. В итоге ноябрь я спрашиваю снова, он говорит, что не получится ему приехать, слишком много работы. Ага, в Анталии зимой. И вот в ноябре я поняла, что слишком скучаю и решила сделать сюрприз. Приехала в Анталию на 3 дня, не сказав ему, попросила девушку его друга забрать меня из аэропорта и устроить с ним встречу. Это было очень мило, я нисколько не пожалела, получила невероятные эмоции, он тоже был рад. И вот началось самое интересное, ни с того ни с сего он решил принять ислам. Рассказывала мне, что я тоже должна принять ислам, чтобы мы поженились. Напоминая, что он был атеистом и всегда четко аргументировал в спорах с друзьями, что атеизм – это самое правильное в жизни и религия – это вообще не его. Но что-то переклинило. Возможно, влияние его папы, который и имам в мечети, и это сказалось. В общем, он начал уверять меня, что понятие ислама гарантирует нам счастье и успех. До этого момента в наших планах был мой переезд в Турцию, но мы должны были снять квартиру и жить вместе. Но когда я уверенно объяснила, что ислам принимать я не буду, планы наши начали рушиться. Вдруг начал он говорить, что рано мне приезжать уже в Турцию лето, надо подождать еще, переехать уже через 2 года. Что меня очень расстраивало, я ему сказала, что после окончания университета я перееду и точка, и поступлю я в Анталийский университет. Но он сказал, что экзамен сложный, я не смогу его сдать. В общем, единственный правильный выход – это сидеть в России и ждать непонятно чего еще 2 года. Вот так было где-то месяц. Каждый день мы созванивались, говорили на эту тему. Он рассказывал своему отцу про меня, тот сказал, что не мусульманку он не примет, и все. Он принял ислам в тот месяц и даже не сказал мне. Потом как-то мы крупно поссорились на тему переезда, где было сказано, что я ждать ничего не буду, перееду летом. Он заблокировал меня везде, где только можно. Через время я начала искать способы с ним связаться. Что он говорил, что больше никогда не хочет меня видеть, и чтобы я обо всем забыла. Вот это вот связывание, навязывание девочки, надо уметь принимать отказ. Не унижаться, не лезть. Господи, это вообще кардинально, ни для кого неправильно так поступать. Это значит, вы себя не любите. Вы идете через боль, через препятствия. Зачем оно вам надо? Человек сказал свое, скажем так, мнение. Тоже уважайте его и прислушивайтесь. Имейте, скажем так, гордость свою. И примите их, если даже это поражение, больно, лучше, знаете, так, сглотнуть слезы, переступить и дальше идти, чем унижаться, вообще себя до конца терять. Это вообще неправильно. В феврале у меня был плановый отпуск. Я, не раздумывая, купила билеты в Анталию, пребывая в полной уверенности, что сразу же мы помиримся с ним и решим все проблемы. Узнал, что я приезжаю и во сколько. Все снова пошло не по плану. Из аэропорта я вышла, ища глазами его, и не нашла.
Дома и в отеле я его тоже не нашла. Я ходила с чемоданом по улице и думала о том, что я могу остановиться. К счастью, мне удалось найти знакомую турецкую девушку-официантку, которой я все рассказала, и она взяла меня к себе домой. Спустя 4 дня он разблокировал меня и написал, мы встретились, и он сказал, что я могу пожить у него дома, но между нами все кончено. Я не пошла к нему, конечно, поехала в другой город погулять, но в последний день отпуска все же оказалась в Анталии у него дома. Он приготовил мне ужин, мы посидели, все было как раньше. Я уже подумала, что мы помирились, и у нас все хорошо. Он проводил меня в аэропорт, прошло 2 дня, и он ничего не писал мне. А я написала длинное сообщение с предложением решить все наши вопросы, найти какое-то решение. На что я получила ответ, что что-то вроде «Прости за то, что случилось между нами, ничего не может быть, я желаю тебе счастья, и больше никогда мне не пиши». И снова заблокировал меня. Я думала, лучше бы меня убили. Не хотела жить. Все его друзья тоже перестали со мной общаться. И я тут тоже отступление сделала. Он вам уже до этого сказал, что он не хочет с вами быть. То, что друзья с ним его перестали общаться, это нормальное поведение. Это, ну, как и должно, по сути, быть при расставании. Вы просто не могли принять то, что с вами расстаются. Нормально, адекватно. Ничего тут такого плохого, ужасного не сделано, по сути. Вас и предупреждали, и это ваша инициатива была ехать. Ну что же, несмотря на это, я переехала в Турцию в августе 2019 года, знала турецкий, сняла квартиру, сделала себе ВНЖ, нашла работу, появился молодой человек, который во всем помогал и почувствовала, что вроде бы в это время слез, страданий закончено. Ничего не поделать, нужно продолжать жить дальше. Вдруг на телефоне появилось сообщение, Мирабан услышал сын от него. Я ответила, поговорили, и он предложил встретиться, мы встретились. Я услышала удивительные вещи, он предлагал мне жить у него дома. К своему стыду я была рада этому. Но я уже сняла квартиру, и было поздно. Так мы начали встречаться примерно раз в месяц. Мы ходили ужинать или пили кофе, но не особо разговаривали, молчали. Проходил 1 час, и он подвозил меня до дома. А для меня это было какой-то загадкой, зачем ему это нужно. Разговор у нас не очень клеился. Домой он к себе не звал, просто кормил меня, и мы расходились». Так прошло 1,5 года этих встреч в кафе и сухих разговоров. Как-то я почувствовала себя грустно, одиноко, написала, а потом и пришла к нему ночевать. После того случая он начал писать мне чаще, звал к себе домой. Опять 1 раз я снова пришла и поняла, что это не для меня. Мы не в отношениях, и в отношениях он, похоже, быть не хочет. А просто вот таким образом, в кавычках, ходить в гости к нему мне неинтересно. Второй и последний раз мы виделись 2 недели назад, а сейчас я вам написала эту историю. Как это выглядит со стороны, ваше мнение? Также комментарии мне, правда, очень интересны. Надеюсь, вы рассмотрите мою историю. Кстати, он курд, родился в городе Ван, если это важно. Спасибо за ваш блог, за ваши советы. Девушкам, я всегда согласна с вашими рассуждениями, комментариями. Желаю вам здоровья, благополучия, также вашей семье большое вам. Спасибо за приятные слова. Давайте к вашей истории. Здесь, я думаю, дело вообще не в Турции, не в менталитете, просто так сложилась ситуация. Девочке 22 года. Это такой возраст, да, время еще и ошибок, и желание вот этих серьезных, хороших отношений, но в этот момент, мне кажется, девчонки еще не понимают, что у тебя еще до 30-35 лет вот такое времени, когда можешь тусоваться, развлекаться, жить для себя, а потом уже строить семью, серьезно какие-то отношения хочешь быть. Ты на нем однозначно будешь, но ты зациклилась, застряла и просто не можешь отпустить человека, который с тобой, по сути, расстался. Вот если так смотреть, то не важны причины, да, естественно, человека, у которого низкая самооценка, который не может принять расставание, он будет искать причину в том, что «А что же человека побудило так поступить со мной? Я жертва, меня кинули, бросили, я хочу там копаться, опять испытывать боль». Поэтому ты туда возвращаешься уже несколько лет, вся эта круговерть у тебя идет через боль. Уже давно вся эта история. Дело-то не в исламе, не в папе, не в том, что он курд из города Ван вообще. Просто сам факт ты не можешь принять того, что вы расстались. Проблема, конечно, тебе. Я имею в виду в твоей психике. У тебя низкая самооценка, благодаря которой ты за ним бежишь, ты ждешь. Ты уже даже вот анализируй, ты понимаешь, ты даже в письме это пишешь. «Мне нужны отношения. Просто так ходить в гости мне неинтересно. Мне нужно развитие, я хочу быть с человеком». А он, судя, даже пишет, а он не хочет отношений. Но все равно отстать от него, прекратить это ты не можешь. Мой совет по-человечески просто, да?
прекратить общаться с ним. Ты даже написала, у меня сейчас есть парень. Вся эта канитель, если у тебя парень до сих пор остается, а канитель была полгода, ты вообще радуйся, что твой парень об этом ни о чем не узнал. Или ты там не проболталась, или он тебе никто где-то в Анталии не такая большая, кто-то где-то вас увидел в кафе, как вы ходили чай пить, или там, потому что уже с парнем рассталась. Но если ты еще в отношениях, сфокусируй свое внимание на этого парня, который у тебя есть, но мне кажется, он тебе не нужен, и поэтому ты допустила мысли общаться с каким-то другим парнем, да? Тебе вообще надо вот сейчас, если ты в отношениях, и вот этот тебе непонятно, что крути-верти устраивает, вообще надо остаться одной, ни с кем не встречаться, дать себе время 3 месяца минимум побыть одной, принимать ухаживание, но не от этих двух можно, нужно, может быть, получится какие-то с кем-то отношения. Но эти два парня... вообще с ними не контактировать. Дай себе детокс, твоя голова, твои эмоции должны от них отдохнуть. Не знаешь, как принять решение, что делать? Никогда ничего не делай. Оно само всегда куда-то выйдет. Прекрати вот это общение с человеком. Ты просто отдохнешь и почувствуешь, внутри тянет тебя к этому человеку еще или нет. Вот и все. Все очень предельно просто. Но 3 месяца это не маленький срок, по сути, да? Но вы можете как бы себя в руках держать и там просто как есть сказать об этом, да, я, извини, беру тайм-аут, 3 месяца общаться не будем, там, спустя там 3 месяца такого-то числа мы можем встретиться. Но к этому моменту, скорее всего, уже не захочете с этим человеком встречаться и вообще общаться, как правило. А, вот, проблема в том, что ты себя мнишь жертвой. Вот так сложилось, кто-то виноват, и ты пытаешься найти виновных. Дело-то в тебе, что ты себя жертвой считаешь. Честно скажу, да, на парня, скорее всего, повлияли его родители, папа и мама в мечети, о чем тут говорить, да. Естественно, это сильное влияние в семье. Возможно, каким-то образом у него были выдвинуты условия, его, там, скажем так, сломили. Ну, отчасти заставили, он сам это принял, он покорный. Если бы он не хотел и не покорился, он бы этого не сделал. Все равно у него эти желания просто родители надавили, скорее всего, или семья, и он им поддался. Возможно, финансовая тоже подоплека очень частенько, да, есть. Вот там останешься без наследства, мы тебе помогать не будем, если тем более папа и мама там денежки есть, то мальчик от этого зависел. Хотя мальчику уже 30 лет, блин, ну... Вот такое качество характера человека, не самостоятельно, если он поддался своим даже убеждениям, позволил свои убеждения поломать. Вывод о человеке, зачем тебе такой человек нужен? Вот. Но это не главное, это его жизнь, его проблемы, это вообще его дело. Причина в том, что он как, по сути, по-правильному с тобой разорвал отношения. Как ты говорила, он прекращал, он блокировал, но лезла к нему и добивалась встречи ты. Ты покупала себе билеты, устраивала сюрпризы и всякое такое, то, что было не нужно. Внимание надо обратить на себя, на позицию жертвы свою. Почему ты себя жалеешь, почему ты ищешь виновных. Тебе так проще, конечно, смотреть на ситуацию, что кто-то виноват, но не я. Низкая самооценка, надо ее повышать себе, начинать себя любить, хотя бы с того, чтобы прекратить вот это общение с ним, оборвать просто силой воли, удалить нафиг все его везде телефоны, заблокировать человека, этого для тебя не существует. Все, обруби. Вот хочется, не знаю, все-таки запомнила наизусть, например, сотовый, я все-таки ему наберу. Нет! Убирай телефон из рук в этот момент, обрезай, по рукам себе бей, нельзя это делать. Это твой первый шаг к принятию себя, какая ты есть, к любви себя. Ты должна задушить, раздавить внутри вот эти чувства слабости, свою жертву внутри. Жертва тянет из тебя вот этих эмоций. Я хочу пострадать, я хочу опять туда вот окунуться, чтобы не сделали больно. Я опять вот это... Ты должна вот эту жертву свою так, на тумаков ей надавать, сказать, нет, я сильная, я себя люблю. Если я туда вернусь или буду с ним вообще общаться, отвечать на смски, это унижение меня. Я ему не нужна. Скажи себе правду, я ему не нужна. Он меня не любит, он отношений со мной не хочет. Все, баста, закончили. Вот что ты должна говорить себе. И должна искать новых отношений, нового парня, или там он у тебя есть. С этим просто все. Когда ты отрежешь вот просто вот так вот тесаком, тогда только ты начнешь возвращаться к жизни. Хватит. Хватит себя жалеть. Не жалей себя. У тебя столько внутри возможностей душевных, моральных. Тебе всего лишь 22 года. Ёлки-палки, алло. Ты по нему убиваешься. Зачем тебе это надо? Расслабься. Ты там понимаешь, что это факты? Человек тебя блокировал. Человек тебе условия выдвигал, чтобы съехать с отношений, по сути. Он тебя не принимал, какая ты есть без смены религии. Не нужна ты ему.
Пойми ты это уже. Это да, больно, неприятно, но что сделаешь? Он тебе, это не я говорю, он тебе это до начала, с начала самого говорил, транслировал, ты просто это видеть и слушать не хотела. Ты просто уши закрывала и шла на паролом, опять ехала к нему, создавала встречи. Зачем? Это не нужно. Найди себе нормального, достойного мужика, который тебя будет любить, и вот так унижаться перед ним не придется, тебя будут на руках носить. Вот в чем дело. Ну, вообще, почему ты себя так ведешь поведение, надо смотреть, конечно, историю твоих родителей, что у вас там происходит, какое воспитание, что у вас вообще в семье. Мне очень странно, что девочка в 22 года переехала в другую страну учиться. Это в любом случае отрыв от семьи. Это семейные вот эти связи не очень хорошие, как родители, не то, что как отпустили, ну, ты же уже взрослый самостоятельный человек, но зачем тебе это надо? То есть ты готова оторваться от семьи ради чего? Учебы какой-то языка, но Турция просто не та страна, куда надо ехать учить язык, там перспективы какие-то в профессии и всем таком. Если ты, конечно, не востоковед какой-нибудь, да, историк или еще что-то, это я могу понять. Или там у тебя языки были изначально турецкий язык в твоем изначальном образовании и все прочее. Есть востоковед еще со узкой специализацией турковед, когда именно турецкая культура, искусство есть такое. Но это такое узкое образование, специализация, что вот это такой маленький процент людей в этом. Я думаю, что не в этом образовании, да? Короче говоря, зачем тебе это вообще? Это же побег, по сути. Какой-то, в каком-то роде это побег от своей семьи, от своих родственников, отделение от них. В этом причина. Что вы думаете по этому поводу? Дайте девочке советы. Ей очень интересно, как она сама вот написала в письме. Почитайте комментарии на эту тему. Спасибо за внимание. Всем пока.